Информационный день службы занятости уже прошел в профессиональном лицее номер 25 Полысаева. Впереди встреча с выпускниками технологического техникума. А сегодня о ситуации на рынке труда и самопрезентации молодых специалистов инспектора службы занятости рассказали выпускникам политехнического техникума. Часто работодатели говорят, что не знают, как искать работу выпускники профессиональных учебных заведений, не умеют о себе рассказать. Поэтому мы очень кратенько расскажем о том, что нужно знать для того, чтобы эффективно найти работу, о методах и способах, о ситуации на рынке труда и, естественно, о тех услугах и программах, в которых существует служба занятости. В службе занятости, если они решат при поиске работы обратиться в центр занятости. То есть, что нужно знать, как пользоваться нашей информацией. О ситуации на рынке труда мыслящему человеку судить просто. В Угольном Ленинске Кузнецком вполне логично востребованы горняцкие профессии. Но нужны и медицинские кадры, и страховые агенты, швеи-продавцы, повара и пекари. Предстоящий областной день шахтера внес свои коррективы в ситуацию на рынке труда города. Большие объемы строительства и капитального ремонта повысили спрос на выпускников политехнического техникума. Сегодня лишь 6 человек с дипломом строителя стоят на учете в службе занятости. Их главная ошибка, считают в центре занятости, неумение презентовать себя. Я проходил у Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат. Там было довольно много работы на разных аппаратах, на разных приборах. Постоянные перемены, то как я сварщиком работал. Было и каменные кладки, и монтажные работы. То есть все успел захватить. Гран-при, арт-профи-форум, юные звезды Кузбасса, ну, это область. Внутриучилищные довольно-таки много, все даже не обхватить. Про арт-профи расскажи. Про арт-профи мы представляли свое училище, то есть своей командой, но мы выступали на сцене. То есть с нами ездили люди, которые представляли свои какие-то работы, и мы их как бы поддерживали, выступления делали. Ну а если не получилось с первого раза найти работу, не стоит отчаиваться. Занятия с психологами центра занятости и профконсультантами помогут сориентироваться на рынке труда, правильно составить резюме и успешно позиционировать себя. Кстати, выпускники, которые делают успехи не только на профессиональном поприще, но и участвуют в общественной работе, смотрят в будущее более уверенно. Их главными преимуществами при устройстве на работу является высокая степень обучаемости, всесторонне развивающая производственная практика, знание ПК.